Игра – это основной способ развития любого малыша, и возраст 8 месяцев не исключение. Игры 8 месяцев должны иметь разностороннюю направленность, в том числе и развитие артикуляционного аппарата ребенка. Малыш уже умеет произносить определенные слоги. Маме необходимо стимулировать изучение новых звукосочетаний. Повторяйте их вместе с малышом. Можно даже напевать под простую мелодию. Знакомьте ребенка с голосами животных, имитируйте их при чтении книг и предложите малышу повторять за вами. Чтобы малютка запомнил слова и понимал их значение, любое действие сопровождайте разговорами. Показывайте малышу его отражение в зеркале, называйте различные части тела у крохи у себя. Со временем он научится показывать их самостоятельно по вашей просьбе. Чтобы развитие проходило весело и занимательно, рассказывайте малышу стишки, прибаутки, потешки, сказки. Читайте ему перед сном. У ребенка будет формироваться пассивный словарь, который в будущем пригодится для развития речи.